Если вы не знали, вы у меня не первые. Это не мой первый канал. Я на ютубе с 2016 года, и каналов было множество. И сегодня я хочу показать вам самый кринжовый период в моей блогерской карьере. Здоров, уй. Это будет ну очень кринжово. Ребят, а прямо сейчас подпишитесь на канал. Мы идем к 1 миллиону подписчиков. Это видео я записываю 13 февраля, то есть 3 месяца назад. И сейчас у меня 732 тысячи подписчиков. Сколько сейчас? Посмотри внизу и наконец-то подпишись. Спасибо, let's go. Сейчас мы находимся на моем основном канале, где выходят длинные видео. Однако у меня есть еще и шортс канал, на котором выходят короткие видео. Но, как вы видите, он таким был не всегда. 3 года назад Майнкрафт клип пососи. И это еще не самое худшее, что там есть, поверьте. На этом канале скрыто очень много видео. Переходим на вкладку контент. И мы уже видим закрытые видео. Влог с ВК-феста 2022 года. Бедроковая тюрьма. Игра в кальмара в Майнкрафте. Будем двигаться по нарастающей. От относительно новых видосов к самым старым. Поверьте. Да ладно, вы и сами сейчас все увидите. В первой игре кальмара нам с Харейдом удалось выиграть. Мы не то что выжили, а еще и получили огромные 12 тысяч лайков. Все, я решил. Мы едем на тренировку перед возвращением в ту самую игру кальмара. Я любил делать скетчи в начале видео, потому что это хоть что-то выделяющее на фоне всех остальных, потому что у всех одно и то же, а это хотя бы что-то интересное. Какая-то непонятная хрень, которую я говорю просто так от нечего делать. Не конкретно это. Дальше мы с моим другом играем в игру кальмара, и это наше с ним любимое видео на этом канале, потому что оно попилось динамичным, интересным, тут много шуточек. Кстати, я вообще не люблю кофе. Вы любите кофе, ребят? Я не люблю. У меня как-то сердце такое... Кофе, я не люблю тебя! Кофе, пошел в жопу! Значит, хороший. Это пиздец. Ребят, это еще не кринж, поверьте мне, это еще крутое видео. Мы приближаемся к кринжу. 2020 год. Моя первая крупная совместка с большими ютуберами. Тумка. И все. Эй, всем привет, друзья! С вами я, Тумка. И сегодня мы собрались здесь огромный дрим-тим для того, чтобы пройти офигенную карту по мотивам игры Among Us. Сатифайр, поздоровайся. Здравствуйте. Зелман Лайф. Здорово. Слава. Всем привет. Знаете, почему я запичил свой голос и говорил вибратом? Потому что я сказал, как ебло. Я ждал, когда же меня попросят поздороваться. Зелман Лайф. Здорово. Слава. Всем привет. Дальше вы поймете, ребят. Дальше вы поймете, откуда во мне это было. Откуда? Так, ребят, я мирный. Я мирный, и я даже не знаю, кто же может быть маньяком. Так, возможно, это и синий, он какой-то подозрительный. Но пока что он меня не убил, и я не знаю, кто это. В прошлой тренировочной игре я был... Кто это? Кто это? Кто это? Вы поймете. Дальше вы поймете, почему. Откуда это? Ладно, ребят, тут еще все более-менее. Тут еще все нормально. И просмотры даже 148 тысяч. Майнкрафт, но я тиктокер. Это видео выложено после того, как я начал снимать видео в тиктоке. Я тут хвастаюсь. Привет, ребята, у микрофона Корби, и сегодня мы будем с вами играть в Майнкрафт, но я тиктокер. Плагиат фикс-плея. Здорово, YouTube! У микрофона Фикс! И добро пожаловать в королевство Речноземелья! Ведь у меня в ТикТоке уже почти 1 000 000 подписчиков. Что не скажешь о Ютубе. Ну вот так хотелось мне. Вот так мне хотелось. Хотел попробовать себя в роли... Фикс-плея. Вы примерно понимаете, да, что происходит? Где ролики Корби? Давай посмотрим. Всем привет, Воронята. Сегодня я вам хочу рассказать, где же я и когда же будут видосы. Все дело в том, что я занялся немножко другой деятельностью, то есть ТикТок на Ютуб я не намерен забрасывать. Готовится очень масштабно. Узнаете подачу? У кого такая была? У кого? Может быть, у курицы с моего заднего фона? Нет. Ребят, это срочное включение. Приятного аппетита всем. Я же угадал. Вы сейчас что-то едите? Знаю, что да. Я и сам так делаю. Ни одно видео не обходится без чипсиков или сухариков. Вот только всегда меня парило, что чаще всего это что-то очень вредное. Так вот, я нашел что-то новенькое. Это на 100% натуральные овощные чипсы от Real. Они еще и очень вкусные. Мне понравился вкус батат сыр чеддер. Еще взял попробовать фруктовые яблоко персик. Тоже топчик. Для тех, кто любит себя вкусненько побаловать и натурально перекусить, оставляю промокод в описании. А теперь возвращаемся к видео. Оу, ребята, Майнкрафт пародия на старого
Моргенштерна. Здоров, уйк. Вот скажите мне, как вы относитесь к современной музыке? Полная хуйня, которую можно сделать за 5 минут. Если вы по какой-то причине не согласны со мной, в рамках данного шоу я буду пытаться доказать вам обратное. Берем какого-то популярного пианиста, кого там, рэпера, и повторяем его за 5 минут, да? Короче, первый на очереди у нас там Фаня Вейс. Короче, берем композицию в этом стиле, делаем трек, клип и так далее. Ну ебать, ублюдки, вы же не тупые. Нахуй вы меня это все спрашиваете? Ну вот мы и сделали весь трек. Я ж говорил, весь рэп это полная хуйня. Морген что? Морген чмо? Ха-ха! Обсидиан! Бедрок! Обсидиан! Ты кто? Я знаю только Корби, что тебя чара... Самый порядочный блогер и из ныне живущих точно только... Перед бабосами держаться сложно, но ну, признай, ты разглупил. Я ли не знаю, что ты совершил, что ты не даже с бабосами так все было нормально. Изерно порвет везде и вся пля. Мой субскайбер тетя Валя. Подружке своей расскажет она. Вот он заслушает нас Астана. Кашка под нас пишет прям до утра. Дальше не трек, а льется вода. Рифму тихонько нам нужно сменить. Парень, ты куда ведешь? Только меня еще, бля, это касается. Ты не тужил, у тебя же с бабосами так все было нормально, писька. Ну вот и... Легендарно. 6000 человек посмотрело это. Дальше идет эра клипов в Майнкрафте. И они очень хорошо заходили. Это первое видео на Ютубе, которое у меня хорошо заходило. Самый порядочный блогер и из ныне живущих точно такой гол... Так. Пососи. Соси. What the hell? Обращение к подписчикам Корби только для своих. Что это такое? Короче, у меня офнули и нет, так что норм ролик смогу выложить только через дня 3. А пока сделаем небольшой эксперимент. Пересмотрите это видео несколько раз, без перебора. И отправьте его своим друзьям, сколько вы там сможем набрать. Леди Баг и Супер Кот проходят лайки-гонку. О нет! Хей, ребята, всем привет, с вами Супер Кот Данкин. И сегодня со мной Леди Баг Корби. Всем привет, ребята. И сегодня мы будем проходить лайки-гонку. И в конце которой мы будем сражаться с самим Бражником. Блин, ура! Смотрите, ребята, там реально Бражник бегает. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы мы с ним смогли справиться, чтобы мы его одолели, потому что я хочу, чтобы этот мир был очень добрым и никакой злости в нем не было. Ладно, я нес добрые мысли. И я думаю, на счет 3 можем начинать. Погнали, погнали, погнали! Давай, перетягиваем. Сейчас получится. Получай! Ура! Мы победили его, ребята! Нас правда не видит. Самый кринжовый период в моей блогерской карьере. Бравл, мать его, Старс в Майнкрафте. Мажор Рико пришел мстить за Аида? Бравлеры ополчились против Аида. Приехал в Бравл Таун и узнал, что Аид врет. И всем привет, ребята, с вами снова я, Майнкрафтер Корби. И сегодня я нашел тот самый город бравлеров. Я бродил по этой пустыне целых Да, вроде был. Как видите, я был мини-Аидом. Если вдруг кто-нибудь не знает, Аид это майнкрафтер, который... Ну, сейчас покажу. Всем привет, ребята, с вами снова я, Майнкрафтер Аид, и наконец-то... И всем привет, ребята, с вами снова я, Майнкрафтер Корби. И сегодня мы продолжаем наше приключение в оригинальном городе Бравл Таун. Из Дискорда кто-то у него вышел. Если вы не смотрели прошлую серию, то вы... Никогда... Не пожалеете. Я хочу взять дверку, кровать, надеюсь, у меня все это получится. Привет, Бел. Звуковые эффекты какие-то есть, неплохо. Так, слушай, как у тебя тут можно подзаработать в вашем городке? Так, что-то написано, проход запрещен, идет строительство. Окей, строительство. Это у него опять из эскорта кто-то вышел. Так, там какая-то тайна, что ли? Так, интересно, там Эльприма есть? Аватарка Аида. Так, они что-то перечеркнули. Нет! Я совсем не понимаю, что происходит. Они хотят убить Аида. Атака. Там нарисованы бравлеры и атака. Так, захватим. Надо немножко по-другому посмотреть. Кто меня пока что не замечает, это хорошо. Надеюсь, ничего не будет. О, ух ты! Ничего себе, что... Ух ты!
Я просто пришел посмотреть. Так, Корби, беги за ним. Не-не-не, за мной все бегут. Так быстрее нужно сматываться отсюда. У них скорость какая-то. Если что, меня в ВГИК приняли вот после этого. Почему они такие быстрые? Так я не понял. Не дай бог они это увидят. Нужно быстрее сматываться. Я не понял, надо отбиваться. Я не знаю, что мне делать. Так я бегу и бегу. Так куда же скрыться? Может, в какой-нибудь дом прыгнуть? Я не знаю. Так, побегу вот сюда. Так, надеюсь, я смогу за ними уйти. Черт, беги, гномик! Опа! Подождите, если я тебе в голову стрельну, ты упадешь и сгоришь. Так, подождите, мне память. Блин, а по атмосферке-то прикольно. Талант-то нет, нет. Ну, чувствуется атмосфера, вот я сижу и прям... Блин, а реально сейчас стрела, что-то это и все. Шибло, кажется. Может ли что-то быть кринжовее, чем это? Может. Мое самое кринжовое видео во вселенной. Аид спалил свой рабочий стол в видео. Майнкрафт Бравл Старс. Всем привет, ребята, с вами снова я, Корби, и сегодня я бы хотел вам всем показать рабочий стол Аида. Чтобы вы понимали, Слава просто спалил в каком-то видео или на стриме свой рабочий стол, и я из этого ролик сделал. Это скриншот, твою мать. Так, самое неинтересное, это у нас все различные приложения. Майнкрафт, Cinema 4D, Bandicam и так далее. Вот часть обоев, которые стоят у него на мониторе. Это пиздец. Ловите уже этот рабочий стол.